Моє вітання усім, хто щойно долучився до нашого ефіру. Щороку, в третю неділю червня, Україна відзначає День медичного працівника. І сьогодні, в переддень професійного свята, у нас у гостях керівник Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Реженко. Сергій Анатольович, я рад вас привітати в нашій студії. І, несмотря на ваш плотний графік, це дуже здорово. І так, для всех, кто работает в больнице Мечникова, июнь 2018, он такой двоякий праздничный. Скоро профессиональный праздник и 220 лет больница отметила. Насколько тяжело, насколько интересно и насколько запомнился вам этот праздник? Тяжелее всего. Наши коллеги отмечают именно большие даты, которые связаны с 220-летием больницы Мечникова и, конечно же, профессиональные праздники. Вся больница Мечникова привыкла больше работать, а к праздничным мероприятиям относится косвенно. И это показывает, что сегодня все силы наши медики тратят для того, чтобы поддержать больных, чтобы спасать раненых, чтобы даже в выходные дни уделять внимание тем, кто требует нашей помощи. Вся больница Мечникова, все лучшие специалисты, она уже стала традиционным. И в субботу, и в воскресенье мы все приезжаем на работу, перевязываем раненых, планируем операции, если они необходимы. И мечтаем о том, когда закончится война, и мы сможем работать в плановом порядке. Горжусь всеми сотрудниками больницы Мечникова, всеми медиками, которые оказывают помощь и в ночные тяжелые часы, и в выходные дни. Это люди, которые, по сути, посвятили свою жизнь именно во имя спасения многих жизней наших сограждан. Больница Мечникова – больница с многовековой историей. И эту историю изо дня в день делают, ну, сегодня это ваши подчиненные. Есть корифеи, которых практически все знают, они зачастую появляются в сюжетах теленовостей, но есть и молодые сотрудники, которые делают не меньше, а может быть порой даже и больше работы, но той, которая остается за кадром. Давайте поговорим о молодых. У нас очень трудная работа, она связана и с человеческой жизнью, и молодежь, которая попадает в вот этот рой событий, которые возникает в больнице Мечникова очень часто, они выбирают правильный жизненный путь. Или им остаться, или им уйти на другое ремесло. Очень рад, что и в прошлом, и в этом году десятки молодых докторов, которые получали образование за границей, которые знают по 7-8 иностранных языков, мечтают остаться работать в больнице Мечникова, в нашем государстве, помогать нашим людям. И в эти праздничные дни хочу сказать спасибо власти, которая способствует, чтобы наша больница была наполнена новой аппаратурой, инструментами, которые спасают человеческие жизни. Молодежь это видит, она имеет возможность сравнивать и понимает, что сегодня надо оставаться в своей стране, не стараться уехать быстро за большими заработными платами, помогать нашим людям, которые живут в Днепре, в Днепропетровской области, которые поступают из Донбасса. И, конечно же, это большое дело, что молодой человек, который закончил вуз, стал патриотом своей страны и остался работать в больнице и оказывает помощь самым-самым сложным больным. Для вас больница Мечникова, что это? Ну, в первую очередь, это часть моей жизни, потому что последние 7 лет я могу больше посчитать, сколько я не был на работе, чем сколько я был. Это, по сути, 3/4 моей жизни. Несколько часов на сон, я каждый день до 7 утра уже на работе, и мой рабочий график не нормирован. На каждый звонок приходится отвечать. И очень верю в то, что я выбрал правильную специальность, которая помогает нашим людям
поправить здоровье. Это особенно сегодня необходимо, когда медицина во многих районах, во многих городах не работает так же ритмично, как в больнице Мечникова. И больница Мечникова для меня стала, наверное, вот тем флагманом моей жизни, которая сегодня проходит через войны, через вот эти неурядицы, которые есть, и показывает, что при всех трудностях жизни можно найти команду, можно сделать правильные ориентиры, которые помогут большому количеству людей в самую-самую трудную минуту. Для большинства украинцев, когда спрашиваешь, ну, днепрян, естественно, назовите больницу номер один в Украине. Называют больницу Мечникова. Благодаря, конечно, горьким событиям на Востоке. Да. И вы когда-то в одном из интервью сказали о том, что именно события на Востоке научили вас и ваших подчиненных очень быстро принимать правильные решения. Да, этого раньше не было, потому что у нас не было опыта военных травм. И сегодня больше все-таки мы уделяем внимание боевой травме в первые секунды попадания бойца в больницу Мечникова. И уверены, что мы это делаем лучше, чем многие другие. Самое сложное ранение, почти 3000 таких прошло через больницу Мечникова. Мы сумели победить, сумели справиться, сделать все возможное, чтобы человек выжил. И буквально вчера президент награждал сотрудников больницы Мечникова заслуженными званиями. Он сказал, что это большое благо, что есть сегодня такая больница, которая спасла около 3000 человеческих жизней, наших солдат, наших героев, которые получили самые сложные ранения на Востоке. К нам поступают бойцы, которые зачастую в коме, зачастую на аппарате искусственной вентиляции легких. И нашим врачам Мечникова им удается возвращать жизнь. Очень рад, что есть такая возможность. И буду с большим поклоном относиться ко всем врачам, которые сегодня уделяют внимание спасению жизни наших пациентов. Всех хочу в эти дни поздравить с праздником, сказать, что у нас все еще впереди. Наша страна только становится на ноги. И вот позиция власти нашей области показывает, что медицина будет иметь большие возможности и завтра, и через год, и через два. И власть сегодня является определяющим звеном, который помогает ее поставить на высокий уровень. Мы ничем не отличаемся сегодня от европейской средней клиники и гордимся тем, что мы можем делать то же самое, что делают в Европе, в Америке, ну, не в самом большом, скажем, ресурсе, а в том среднем сегменте, которыми они работают. Больница Мечникова имеет и аппаратуру, имеет великолепных специалистов, к которым приезжают сегодня наши коллеги из-за рубежа поучиться. Несколько лет назад со своими коллегами-журналистами после очередного интервью с вами мы поймали друг друга на мысли. Вот, обратите внимание, как говорит Рыженко. Он говорит достаточно тихо, спокойно, уверенно. Многие замечают, что вот именно такое отношение врача по отношению к пациенту – это уже 50% успеха. Как вам это удается? Ну, в первую очередь, наверняка знаю, что каждый врач должен выслушать своего больного, своего собеседника, а потом уже принимать решение. И как это он сделает, это уже первый шаг по лечению заболевания. Независимо, когда это ночью или днем, или в выходной день, если ты находишь ту ниточку, которая тебе позволяет доверительно переговорить с человеком и поверить, что ты сможешь ему помочь, и должна быть обратная реакция. Ты уже наполовину как врач состоялся. Я стараюсь придерживаться этих традиций и никогда не повышаю ни голосом, не стараюсь делать никаких резких движений, когда слушаю
своего собеседника, особенно больного человека. Всем желаю держать свои эмоции внутри. Вот, знаете, здорового человека не всегда видно, а вот болезнь заметна сразу. И здесь позиция врача, правильная позиция врача очень важна. Хочу, чтобы все наши коллеги понимали, что человек прежде всего. Никакой завод, никакая работа по сравнению с здоровьем ничего не стоит. Давайте поговорим о перспективах. Безусловно, вы каждый день ставите задачи на неделю, на месяц, но вот в далеких перспективах. Безусловно, должна закончиться война, и раненых с Востока будет меньше. Но вот как вы видите пути развития своей больницы? Я понимаю, что раненых будет меньше. Я понимаю, что война скоро должна закончиться. Но и тут же понимаю, что поток не раненых, а больных из Востока Украины, наверное, усилится, потому что мы стали самым главным не только военным, наверное, и гражданским форпостом Востока Украины. Нет более цивилизованной больницы, чем больница Мечникова, вот на этой территории, которую называют Центр Восток. И все больные, которые хотят попасть к специалисту самого высокого класса, сегодня приезжают в больницу Мечникова и с 5 утра занимают очередь. Хочется переключиться на эту категорию, которая сегодня нуждается в нашей помощи. Больше оперировать не военных, а мы им сделали 4000 операций по жизненным показаниям и перелили почти 3 тонны крови. А все силы и все возможности, которые сегодня есть в больнице Мечникова, и аппаратуру, которая помогает диагностировать самые сложные заболевания, отдать нашим днепрянам, всем жителям, которые нуждаются, чтобы медицина пришла вот к ним ближе. Вот этим людям мы должны помогать завтра. Вот это самая большая перспектива – сделать наше население Днепропетровской области и тех, кто будет обращаться к нам, здоровее. Чего не хватает современным украинским врачам, ну, кроме финансовой стабильности, то есть зарплаты мы понимаем, что достаточно невысокие, но вот возможно каких-то знаний, возможно еще чего-то. Вот вы находитесь внутри, и вы же понимаете разницу между корифеем и молодым, и как вот это нивелировать как можно быстрее, чтобы молодой специалист стал корифеем. Доверие к молодому врачу должно быть гораздо больше. Мы стараемся это культивировать в больнице Мечникова. Молодой врач не должен быть на третьем-четвертом ряду, он должен быть рядом с профессором, рядом с опытным специалистом, который быстро его научит работать и создаст такого же великолепного специалиста. Доверять молодежи надо уже сегодня, понимать, что это наше будущее. Если мы не дадим им такой возможности здесь, они их будут стараться получать где-то за границей. Надеюсь, что все меня понимают, никто не вечен, и обязательно надо растить поколение врачей, которые будут нас менять. В предшествии праздника поздравления от Сергея Анатольевича Рыженко всем медикам Украины. Всех медиков люблю за то, что они все силы, все свое здоровье отдают медицине. Понимаю, насколько это трудно, когда заработная плата не позволяет ничего больше, кроме работы. Желаю здоровья. Желаю, чтобы у нас всегда были силы спасать человеческие жизни. С праздником, дорогих моих коллег. Сергей Анатольевич, вам желаю щастя, здоров'я і мудрості в прийнятті рішень, непростих рішень. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був керівник Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Рыженко. Усіх медиків України і Дніпропетровщини від себе особисто і від 9 каналу вітаю з прийдешнім святом. Пильнуйте себе і хай вам щастить!